В общем, ребят, всем привет! Кто не знает, вы на моем канале Лоя Ли, а кто знает... Всем привет! Ребят, всем привет! Вы на моем канале Лоя Ли. И сегодня, как вы уже поняли по названию, мы будем снимать 100 слоев Мелины на моих ногах. Это я решила снять такое видео, потому что моя младшая сестра, которая живет в Украине, она смотрит YouTube, ей 7 лет. Созванивались с ней по скайпу. Я решила поинтересоваться, смотрит ли она еще какие-то каналы помимо моего. Оказалось, да, она смотрит разные каналы. И она сказала, что ей очень нравится видео 100 слоев. 100 слоев. Она сказала, что ей очень смешно, ей нравится смотреть смешные видео. И она говорит, сними тоже такое видео. Ну, я говорю, хорошо, я могу снять такое видео. А я у нее спросила, какой бы она хотела увидеть челлендж со мной. Она сказала 100 кругов вокруг дома пробежать. И мы начали думать с Владом, какой же челлендж придумать? Я думала о Мелине и такая, а если снять 100 слоев Мелины на ногах? И Влад просто начал в этот момент смеяться. Ну, я так поняла, он начал это представлять. Да, крутая тема. И потом мы, короче, пошли в магазин, купили 100 пачек Мелины, да? И да. Тут будет где-то видео, как мы покупали ее на кассе. Угу. Та-дам! Ну, как-то так, 100 пачек. В общем, если вам интересно это видео, не переключайте и оставайтесь на моем канале. И да, если ты не подписан на мой канал, то обязательно подпишись на него и нажми на этот маленький милый колокольчик снизу. Ну, короче, все, хватит болтать, поехали. Еще хотела сказать, что мы забыли прикупить скотч. У нас уже неделю льют дожди, и нам не захотелось никуда ходить за этим скотчем. И мы взяли тот скотч, который у нас был дома. Я надеюсь, его хватит. Правда, черный очень жалко. Ладно, мы же уже это обсуждали. Пофиг, а что придется потом делать? Пылесосы что-то? Вымывать? У нас нет пылесоса и нормального веника, есть только швабра. Короче, придется все тут вымывать. Ну да ладно, поехали. Вкусно ли? Мне кажется, рисовое. Это котами воняет. С соками. Да? Волосы. Здесь были волосы. Волосы на вене. А люди ее едят. Фу, ладно. Я так что ела. Блин, лишь бы нам скотча хватило, потому что еще вторая нога. Сейчас 30 штук, и мы начинаем вторую ногу. Ай, ну что ты с рукой мотаешь, смотрите. Примотал с рукой. Да убери свою руку, я покажу. Убирай. Влад, я не могу, подушки съехали. Можешь мне пододвинуть? Тебя подвинуть надо? Да. Как? Держись за меня? Держись. Я держу. Ты поднимайся. Ой, она ломается? Ну, ты меня должен поднимать. Ладно. А что мне здесь? Я не выберусь. Держись, я не выберусь отсюда. Подожди. Ты я не могу. Подвинь меня еще чуть-чуть сзади, да? Спина! Стой, пристань, держись. Висишь? Ага. Тихо, еще. Еще. Я тут заражаю. Да, раз, два, три. Все, так, так. Да, нормально. Все, последние секунды. И будет на каждой ноге по 50. Распорт. А вот
почему как трансформер? Кран. В общем, ребята, мы это сделали. Спасибо большое Владу, который помог. И это все налепил на мои ноги. Здесь 100 пальчик доширака. Встаем. Теперь я попробую встать, но я в это не верю. Это вообще нереально. Тебе очень весело, а я очень сильно хочу в туалет. Мне очень больно. У меня припадки, но ноги больно. Влад, ну, наверное, ты поможешь мне встать. Так, мы встаем. Ты думаешь, вот так вот, типа, за ручку я встану, да, как принцесска? Залезь сзади. Да, сейчас. И попробуй меня поднять. Ага, если я буду падать. Ладно, ты будешь меня здесь держать. Крути, я ноги могу поломать. Ну, Влад, мне тяжело. 100 слоев. Готова? Давай, давай. 3, 2, 1. Ай, ты не можешь поднять. Готова? Блин! Наш челлендж не работает. Подожди, на подушке не мешай. Блин! Как я вообще теперь встану? Вот да. Я думаю, что если бы она сидела на столе, она бы встала. Может, тебе на стол пересадить? Как? Хотя бы сюда. Хорошо, как? Давай. Давай, тихо. Ничего, я подниму. Ой, уже две мелинки выпало. Держишься? Да. Встанешь? Да. Ау! Ай, ну быстрее на стол сиди. А, на стол, я забыл. Я думал, я сломал. Мы сделали это через эту мать на есть! Она сломала ноги. Больно, помяни меня. А, я так ударилась пальцем. Сделали, я немного, правда, поранила ногу, у меня очень красный палец и болит, потому что я ударилась об кровать, когда падала. Это было сложно, и мы поняли, какие были минусы, во-первых. Короче, почему не получилось встать на медину? Я думаю, потому что, блин, мы не продумали то, что самое слабое место – это середина. Там даже скотч ничего не держит, получается. Надо было сесть на какую-то поверхность повыше, чтобы она смогла потом легко встать. Даже если бы я ее поднял, она бы не удержалась и упала. Вот и все. Вторая ошибка – это была, что мы распаковывали каждую медину, а надо было пищевой пленки, чтобы она была. И было бы тогда более целое. Ну ничего, было прикольно и весело. Если бы этого не было бы так смешно. Надеюсь, вам понравилось. В общем, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись на него. И если тебе понравилось это видео, поставь мне лайк. И я надеюсь, вы хоть раз, но улыбнулись, потому что вы насмеялись нормально. Не забывайте заходить на мою страничку в Инстаграме, заходите на мою официальную группу ВКонтакте, подписывайтесь. И да, оставляйте свои комментарии по поводу этого челленджа под этим видео снизу. До новых встреч! Всем пока!